Люберецкая станция переливания крови провела выездную акцию в Российской таможенной академии. Студенты и преподаватели учебного заведения в очередной раз стали донорами и поделились жизненно важным компонентом. С каким настроением они это делали, расскажет наш корреспондент. Сотрудники Люберецкой областной больницы ни минуты не сидят без дела. Желающих сдать кровь настолько много, что донорские кресла никогда не пустуют. Студент первого курса Егор Дунцов присоединился к акции, не раздумывая, хотя подобную процедуру проходит впервые. Это важно делать в первую очередь, потому что нуждающихся очень много, и здоровых тоже очень много. Я думаю, что каждый здоровый может помочь нуждающимся, чтобы в мире просто стало больше здоровых людей. Донорский марафон в таможенной академии – явление не новое. Этой осенью в учебном заведении пройдет серия таких акций. Сдавать кровь студенты и преподаватели будут еще 27 октября и 17 ноября. Это наша позиция, гражданская позиция. Не то, что привлекать студентов. Никто их насильно сюда не заставляет прийти. Это добровольное согласие и студентов, и работников. Это гражданский долг, как я уже сказал. Помочь нуждающимся. Сколько бы мы ни готовили крови, она всегда нужна. Мы обязаны у себя на станции держать определенный запас на случай какой-то ситуации. Дефицита нет. У нас в этом году прибавка первичных доноров по сравнению с прошлым годом в 2 раза больше. В первый день донорской акции своей кровью поделились 40 человек. Ожидается, что в общей сложности в марафоне примут участие 120 студентов и преподавателей академии. В предыдущий раз им удалось пополнить запасы больницы на 40 литров жизненно важного компонента. В этот раз планируют достичь как минимум такого же результата. Луиза Игязарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.